Но первую песню мы хотим посвятить жителям Курской, Белгородской области, ребятам, которые находятся в зоне СВО и защищают наше чистое небо. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Теплый вечер, самый центр Щелково. На площадке перед историко-художественным музеем прозвучали музыкальные хиты в исполнении кавер-группы «Дата X». Сегодня выступает «Дата X», группа, известная же щелковцам. Они часто радовались своим творчеством людей, которые отдыхают в нашем парке, пели в театральном сфере. История группы началась около 4 лет назад. Тогда это был обычный музыкальный кружок под названием «Восьмая нота». А сегодня ребята исполняют известные хиты. Это и ретро, и современная, и поп-музыка, и, конечно же, рок. На концерте эмоции переполняли как зрителей, так и самих артистов. Восторг, счастье и горячая отдача – это просто от этой публики. Ну, нет слов, когда люди просто целой толпой подпевают известные песни. Надо даже не надо пользоваться микрофоном, они делают все за тебя. Это очень круто. Это вызывает зависимость. Это правда. С приближением осени музыкальные вечера плавно переедут с улицы в залы историко-художественного музея. Одно неизменно – артисты продолжат удивлять зрителей разнообразием стилей и жанров. Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.